Геннадьевич, можно вопрос? Ну. А вот про беременность и вегетарианство очень интересует, как сказывается. Я сейчас должен эту тему раскрывать. Это вообще как бы, ну как бы, надо это... мы на других планетах оказались сейчас с вами. Как бы вообще не та тема. Не надо, зачем? Ну, то есть у вас жена беременная, что ли? Она замучила вас своим вегетарианством или что? Что происходит? Интересно. Ну, это надо долго говорить, зачем, может, нам специально как-то. Я не могу в двух словах говорить о том, что является вопросом. Не вредно. Если бы это было не вредно, я бы так прямо оп и сказал сразу. Эта тема, ее надо объяснять. Потому что, понимаете, слово вегетарианство, оно бывает разным. Некоторые люди вообще не понимают, как надо правильно питаться в вегетарианстве. Даже просто назвать, допустим, вегетарианскую пищу постной, означает сделать вредную беременность, понимаете? Понимаете, о чем я говорю? Что вегетарианская пища разной бывает. И если женщина думает, что это просто постная пища вегетарианская, она точно будет плохо носить беременность. У нее будет анемия там и так далее. Понимаете? А есть еще веганы, то есть они вообще белков животных не едят. Так это вообще жесть для беременной. Представляете, она вот веганка и забеременела. Очень тяжело. Поэтому разное вегетарианство бывает, надо все это изучать серьезно. Потом есть еще такой феномен, когда человек резко переходит на вегетарианскую пищу, и беременна еще, вот она только переходит. Всегда, когда человек переходит на вегетарианскую пищу, будет время адаптации определенного организма, которое сопровождается тем, что организм перестраивается, ему трудно усваивать эту пищу. Ясно, что будет какая. А в это время у женщины организм растет. У нее там все растет внутри. Представляете, это серьезно? Поэтому все эти вещи в двух словах скажите, Олег Геннадьевич. В двух словах аппендицит режут скальпелем. В двух словах. А как режут, уже другой вопрос, понимаете? Режут по-разному.